есть несколько организаций, которые делают экскурсионное бюро, которое организует сборные регулярные экскурсии, и они, конечно же, будут восстановлены сразу же, как только откроется межмуниципальная перевозка. Конечно, по местам съемки сериала «Зулиха открывает глаза». То есть понятно, что это известные места, но тем не менее маршрут будет уже, скажем так, пропитан отсылкой к сценам съемок фильма, да, то, что происходило перед главным зданием университета, то, что происходило перед Спасской башней, там, внутри Кремля и так далее. То есть вот это будет такая новинка этого сезона. Ну и, конечно, мы видим, что акцент в этом году будет делаться больше на индивидуальное посещение, то есть больше экскурсий будет на открытом воздухе, без захода внутрь помещений. И в этом плане Казань обладает уникальными ресурсами, да, у нас огромное количество объектов, которые можно осматривать снаружи. Вот такое оборудование, микрофон и передатчик. Очень все современное. Мы и до начала карантина использовали это оборудование, но теперь вот в обязательном порядке готовы организовывать малые группы с использованием этого оборудования и представлять любые индивидуальные экскурсии, любую информацию туристам. Гостиницы Татарстана работают, в них можно останавливаться. И, конечно, мы сейчас понимаем, что первый этап или первый шаг, который мы должны сделать, это нашим татарстанцам, нашим жителям республики начать путешествовать внутри республики. То есть сейчас поехать казанцам, скажем, в наши туристические центры, Болгар, Свияжский, Туши, Камское устье, даже набережные Челны, Альметьевск, и, соответственно, жителям других городов, других муниципальных районов Татарстана, они могут приехать в Казань, остановиться в гостинице и посетить, в том числе и музейные объекты. Сейчас все предоставляют очень хорошие скидки, и предприятия общественного питания, те, которые могут сейчас работать, да, на вынос, и отели, которые работают. То есть сейчас путешествие по Татарстану достаточно бюджетно, и мы призываем это делать, призываем приезжать в Казань, призываем казанцев, челнинцев, альметьевцев путешествовать в наши туристические центры –